Сегодня целый день дует абхазец. Он несет в своем мощном потоке множество мелких камушков, которые довольно сильно бьют меня по лицу. И все вокруг покрыто серой, похожей на цемент пылью, по которой нам придется ходить еще целых полтора года. Такого поворота, такого поворота я своей судьбы не ожидал. Но так уж получилось, судьба распорядилась, и я из Ленинграда в Афганистан попал. Пыль кружится, летает, летает, заметает нас с тобой. Шурави постоянно мечтает поскорее вернуться домой. В долине Килагайской, в долине Килагайской военные строители живут, оказывая помощь афганскому народу. Они для войск советских жилбазу создают. Пыль кружится, летает, летает, заметает нас с тобой. Журавли постоянно мечтает поскорее вернуться домой. А в день, когда над нами, а в день, когда над нами полуденный афганец пыль несет, я в нивелир, как триплекс, рассматриваю горы и вспоминаю море и сочинский курорт. Пыль кружится, летает, летает, заметает нас с тобой. Журавли постоянно мечтает поскорее вернуться домой. А в жаркий душный вечер, а в жаркий душный вечер все ходим мы в печали и в тоске. Я вспоминаю близких, что ждут меня в союзе, и о прохладном пиве на Невском кабаке. Пыль кружится, летает, летает, заметает нас с тобой. Журавли постоянно мечтает поскорее вернуться домой. Журавли постоянно мечтает поскорее вернуться домой. Журавли постоянно мечтает поскорее вернуться домой. Журавли постоянно мечтает.